Друзья мои, товарищи, и снова здравствуйте! Сегодня у нас 5 ноября 2021 года. Я все так же нахожусь в Турции. Время 18:30, ориентировочно 13:38. И опять после пляжа. Ну, я. Привет. Нужно сходить погреться вечером. Сауночка. И хамам. И все это, видите, отдельная комната, отдельное помещение. Отель ОМОН. ОМОН Белек. Вот такая вот тут красотища. Вчера я показывал другую сауну. Сегодня я в первой сауне. Тут есть массажные столы. Две штучки. Джакузи. Работает. Вешалка для вещей. Сауна. 79 градусов. Обратите внимание. Ух, ух, ух. Хороша. Красота. Выходим. Ох, хорошо, хорошо, хорошо. Сам себе завидую. Круто как, а? Очень мне нравится. Потрогаем. Вот это, к сожалению, холодненький. Но ничего, есть горячий, горячая вода. Поднабросаю. Это все дается вам для того, чтобы вы получили максимальное удовольствие в отеле ОМОН Белек. ОМОН Белек Отельс. Это здесь. Телефон для бронирования тура в этот замечательный отель и не только. 716-97-13. Пишите, звоните ВКонтакте, в WhatsApp, в Instagram. Постараюсь быть вам полезным. Если получится, конечно. Давайте посмотрим, какой там у нас сегодня девиз. The harmony between mind, body and spirit. Попробую перевести. Гармония между вниманием, телом и духом. Mind. Внимание, видимо, какое-то второе есть еще слово. Аналог, синоним. Mind. Может, воображением? Нет, не воображением. Ну, умные знатоки английского, конечно же, помогут мне в переводе. Смысловом. Вот так, всего самого наилучшего. Сейчас мы немножечко пивка. Эфес Мальт, обращу внимание. Очень мне нравится это пивко. Хоть я и не любитель пива. У него, кстати, нет горечи. Ну что это мы попили? Давайте о хорошем. Всего наилучшего. Приезжайте в Турцию. И будет вам счастье.